Воспитанница Нелли Муравьевой Ульяна Травкина является победительницей многих всероссийских и международных турниров, обладательницей губернаторской стипендии и входит в сборную спортивного общества «Авангард», членство в котором позволяет отобраться в сборную страны. Я занимаюсь 5 лет. Меня папа привел на гимнастику. Гимнастику я увидела по телевизору и начала махать ленточкой после того, как посмотрела на телевизоре гимнастику. Мне очень понравилось, и меня папа привел. У меня сначала вообще ничего не получалось. Я после тренировки еще работала дома, элементы, которые у меня не получались, и потом у меня уже стало все получаться. У меня есть элемент любимый – равновесие в заднем. Я в данный момент очень много умею делать, а сейчас я учусь делать турлян в заднем. И еще я учусь делать утяшевский. И у меня не очень получается, но я думаю, что скоро получится. Конечно, присутствует немного волнения, но я с ним справляюсь. Секрета нет, но я просто внушаю себе, что я лучше всех, и так у меня получается не волноваться. И еще я говорю, что надо сделать все правильно. Мне нравится заниматься художественной гимнастикой, потому что этот спорт развил мне выносливость, грацию, дисциплину. И мне кажется, что из-за гимнастики я хорошо учусь в школе. Мне кажется, что у каждой гимнастки мечта – это стать олимпийской чемпионкой. Но на данный момент моя мечта – это выиграть соревнования «Юный гимнаст». И через год они будут. Это будут отборочные соревнования в сборную России. Программу готовишь или элементы? Я готовлю какие-то новую программу, работаю новые элементы и худею. Есть лишний вес, но я пытаюсь худеть. А тяжело вообще с лишним весом бороться, гимнастка? Мне тяжело, не знаю, как другим, но мне очень тяжело. А почему тяжело? Любишь покушать вкусно? Я люблю сладкое.